Сегодня в городской больнице отметили День медицинского работника. Это праздник людей, посвятивших себя благородному делу – делу сохранения жизни и здоровья сограждан. За многолетний добросовестный труд награждены работники Губкинской больницы – люди, которые целенаправленно связали свою жизнь с медициной. Да, с праздником! Здоровья, счастья, благополучия и заслуженного награды. Награждено и отмечено более 60 работников больницы, в том числе грамотами и благодарственными письмами губернатора, законодательного собрания ЯНАО, главного врача Губкинской больницы и главы города Губкинского. С души хочу поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Врач – это профессия, которая знакома и маленькому человеку, и взрослому. Я хочу искренне от души сегодня благодарить вас за вашу работу. Она оценивается населением города. И пожелать вам всем крепкого здоровья, благополучия, профессионального роста. В городской больнице сегодня работает 620 сотрудников. Врачебный персонал составляет 97 человек. Высшую категорию имеют 20 врачей и 132 медицинских сестры. В лечебном учреждении оказывают квалифицированную медицинскую помощь по 38 врачебным специальностям. Хочу поблагодарить вас за вашу работу, за ваш труд, который я оцениваю как подвиг, который вы совершаете ежедневно, к которому вы привыкли и сами не замечаете, что вы совершаете этот подвиг. Я хочу вас поблагодарить за ваши бессонные ночи, за ваш ненормированный рабочий день и всем пожелать счастья. В рамках праздника состоялось и торжественное награждение детей, участников конкурса детских рисунков, посвященных Дню медицинского работника. А теперь настало время для нашей постоянной рубрики «Без комментариев».